А между тем, более 17 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» стали доступны севастопольцам после крупной поставки препарата в город. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Новая партия в размере 13 тысяч доз поступила в местные поликлиники на прошлой неделе. Напомним, «Спутник Лайт» – однокомпонентная, предназначенная для ревакцинации. Она рекомендована людям, которые уже переболели коронавирусом или были привиты полгода назад. Для первичной вакцинации «Спутник Лайт» не применяется. При этом повторная иммунизация может производиться как этим препаратом в один этап, так и другими – «Спутник Ви», «Эпивак Корона» или «Ковивак». В два этапа. Сделать прививку в поликлинике по месту жительства, а также в специальных мобильных пунктах могут все желающие. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 60% жителей Севастополя. К настоящему времени прививку от коронавируса в нашем городе сделали более 128 тысяч человек.